Ребята, продолжаем наши выпуски. И тут начнем мы с часиков. Вот такие тут есть часы. Calvin Klein. Короче, такая тема. G-Shock, правда, отломанный ремень, но рабочие. Помните, были такие? Да и сейчас можно у некоторых маршрутчиков увидеть. Ну и, конечно же, классика жанра, часы фирмы Montana. Ну, это китайское говно. Вот у меня были Montana. С таким нормальным монтановским ремешком. Здесь даже крышка обычная. У меня была с гербом, там со всякой хуйней. Даже в руках по-другому сидит, но... О, помните? Такую ебень. Вот они, блядь, часики наши. Флешка вот. Не знаю, рабочая нет, тоже будем сейчас проверять. Зажигалочка. Горит. Абсолютно горит. Только лампочка не мигает, а на предыдущих... Мигало, ну только это типа золотая. Такой вот плеер. Это у нас был только белый. Лазер. Другого типа. Не знаю, рабочий, не рабочий. То же самое, все, будем проверять. Так, тут подгон босяцкий. Опа! Часики. По идее должны работать. Мы бенчана. Вот, еще нашли вот такую вот интересную тему. Судя по всему, на картинке это устройство для автомобиля. Автоклок. Ну, авточасы. Они на присоске идут. Да, крепятся к лобовому стеклу. Судя по всему. И вот они такие, видите, прозрачные. То есть, непонятно пока что для меня, как они питаются. Возможно, как... Возможно, как солнечная батарея. Ну, там хуй его знает. Короче, тоже буду потом там разбираться. В этих во всех делах. Если кто-то знает, напишите в комментариях, чтобы я не дрочился лишний раз. Вот, кстати, часы. Работают себе вполне нормально. Все хорошо. Вот так вот. Отлично. Вот еще одни часики. Такие на резинке. Ну, чисто старческий вариант. Ну, тоже так подзабрали с собой. Зажигалка одна, но, к сожалению, наебнутая или наебнули, пока везли. Вот она тут что-то пытается, видели, да, мигать. Ага. Ну да, херовенько кнопка работает, ну, что-то тут, по крайней мере, работает. Так, ребята, помните, были у нас в первых выпусках здесь поломанные, вот сегодня мы нашли такой целый. Кстати, те два абсолютно рабочие, все у них нормально, все у них замечательно. Вот такую ебень нашли. Пожалуйста, звонок. Запечатанный в блистере. Куда-нибудь установим. И вот тут часики. Еще одни очередные электронные. О, воу. Прикольно. Куча кнопок. Еще вон в клеенке. Провода. Да, что-то тут вообще пиздец. Ладно, тоже проверим. Непонятно. Коробка старая. Так. LED-фонарик маленький какой-то. Таких тоже два штуки взяли. Обычный металлический. Нихуя нового. Так. Что еще интересного? А, индикаторы. Два штуки. Ну, обычно они работают. Одного, правда, он что-то с экраном потек. А второй, да, второй тоже, блядь, потекший. Ну, как правило, они один хер показывают и работают. В них нихуя ничего сложного нету. Вот. Вот есть такой огроменный... Этот калькулятор все считает, видите, все нормально. Вот это можно, да, кому-нибудь в магаз подогнать. Вот, так, это у нас что? Да, совсем маленький шокер. Ну, вот, у нас вообще их уже, не знаю, блядь, штук 30, наверное, этих шокеров. Хуй знает, куда их девать. И такая вот огромная хуета. Светильник, то же самое, блядь. У нас был какой-то тут, блядь, полностью. Но он, по-моему, был не рабочий. Пришлось его нахуй выкинуть. Это тоже будем проверять. Ладно, ребята, до новых встреч.